беспринципные. Добро пожаловать на Патриаршие. Смешные и волнующие подробности личной жизни богатых москвичей, которые, как и все, попадают в неловкие ситуации. Правда, ситуации у них не самые обычные. Жена чувствует себя виноватой, познакомившись с любовницей мужа. Муж прикрывается выдуманной дочерью друга, а друг толкает помощника на измену, потому что так хочет жена. И это только начало. Скажи правду. Это адаптация известного британского сериала «Доктор Фостер», снятая знаменитым советским режиссером Андреем Ишпаем. История о том, как уходит любовь, как это больно для женщины ее терять. Частная жизнь. Друзья и знакомые считают семью Ивановых образцовой. Андрей – успешный бизнесмен, заботливый муж и отец, а Лена – красивая женщина, любящая жена и мать. На людях это идеальная пара, но дома, наедине, Андрей превращается в жестокого тирана, а Лена – покорную жертву. Однако тщательно спрятанные в шкафу скелеты однажды вырываются наружу. Клиника счастья. Алена Лепницкая помогает пациентам наладить личную жизнь с помощью авторской методики и демонстрирует своим примером эффективность выбранного образа жизни. Алене исполняется 50 лет, но окружающие не дают ей больше 35. Однако и в жизни счастливого и успешного доктора наук появляются проблемы. Пазл счастливой жизни рушится в одно мгновение. Обычная женщина. Марине 39 лет. Есть семья, муж, дети и даже маленький бизнес. Окружающие считают ее жизнь счастливой, уютной и понятной. Но за благополучным фасадом скрываются невероятные семейные тайны.